девчонки, с вами Вита. Девчонки, сегодня я хочу поговорить о пудре. Есть рассыпчатые пудры, есть пудры компактные, прессованные. В чем между ними разница большая? Я лично люблю, и это грамотно, пользоваться рассыпчатой пудрой и кисточкой, потому что она дает абсолютно тонкий невидимый слой. А прессованная пудра, которую мы наносим с помощью губки и пытаемся это все вот таким толстым-толстым слоем наложить, она смотрится некрасиво, и она скатывается, и она не будет держаться долго. И пудра никогда не наносится на лицо без тонального средства. Сначала тональное средство, потом, пожалуйста, пудримся. Если мы хотим придать себе свежесть и легкость, тем более с утра, пользуйтесь, пожалуйста, рассыпчатыми пудрами. Делается это абсолютно просто. Мы берем на кисточку немножко, убираем излишки и мягкими движениями припудриваем то, что мы уже до этого накрасили. Никогда пудра не являлась основой макияжа, и ее в любом случае нам не хватит. Вам еще в магазине могут предложить 2 в 1. Компактная пудра вместе с тональным кремом. Это никак не подходит для нас, которым уже плюс 18. Пожалуйста, пользуйтесь всем отдельно. Подберите себе жидкий тональный крем, нанесите его на лицо, потом подберите себе отдельно пудру, желательно рассыпчатую, и, пожалуйста, ваш макияж будет менее заметен, более натурален, и вы будете гораздо красивее и натуральнее смотреться. Всем большое спасибо, пока!